Обама и Путин два мощных мена нашего мира. И я думаю, что выигрывает тут явно Путин, потому что пройдет много лет, и Обама будет блистать как президент новый, первый президент Америки, не белый, а Путин будет единственной личностью, кто с далеких времен могущественной Екатерины воссоединил Россию, начал это воссоединение, великое восхождение на великой России.